В Омском музее имени Врубеля открылась выставка картин Никаса Сафронова. Заслуженный художник России лично приехал на презентацию своей экспозиции. В нее вошли более 100 работ. Посетители смогут увидеть композиции в стиле символизм, а также картины в авторском стиле. Dream Vision. Представлены здесь и классические пейзажи, а также портреты современников. Именно они принесли художнику широкую известность. Ранее выставочный проект «Избранное» был представлен во многих городах России, Азии и Европы. Я понял, что я состоялся как художник внутри. Вот состояние должно прийти за счет изучения старых мастеров, опыта. Не научишь человека. Был великий Брейгель, старший, который был гений. А дети талантливые, способные, но далеко от гениальности. Понимаете? Хотя учились у великого. Но учить рисовать – это еще не все. Понимаете? Можно сделать 2-3 линии, они могут быть гениальны.